Смотрите сегодня в 8 вечера на телеканале «Саратов-24». Неудачное время для ловли рыбы с судна. Рыбакам пришлось бегством спасаться от инспекторов ГИМС, которые вышли на поиски нарушителей навигации. Когда ее откроют и что грозит тем, кто уже вышел в акваторию на судне? Строительство храма на Топольчанской может затянуться. С объекта украдено 10 тонн металлических конструкций. Сумма ущерба от кражи превышает 1 миллион рублей. Есть ли шанс вернуть украденное? Отберут в войска более 3000 годных. Куда направят призывников для прохождения службы и какие новшества ждут новобранцев? Об этом и не только расскажем в программе «Саратов сегодня» в 20:00. Не пропустите!